Голландцы и фанатам смешанных единоборств, а также неравнодушные любители боев без правил. Наконец-то долгожданный очередной турнир от лиги Falco Fighting Championship. Лига FFC проводит турнир Road Fighter 10 в городе Каркуль. На этом турнире сразятся и покажут свои лучшие поединки бойцы из Кыргызстана, Узбекистана, а также лучшие бойцы Таджикистана. В этот вечер вас ожидают яркие и бескомпромиссные поединки сильных бойцов своих стран. Начало турнира в 18:00 в Доме культуры «Энергетика».